Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жека и Игорем мы будем проходить крутую карту, где будем угадывать русских ютуберов. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. И, ребята, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами наберем на всех видео, то тем больше серий мы будем записывать вот таким составом. Да, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И также не забывайте писать положительные комментарии, мы стараемся читать все комментарии, на самые интересные отвечать. Приятного вам просмотра. Хопа, нажимаем на кнопочку, так я раньше ничего не понял, ха-ха-ха. Вас не поприветствовали. Так вот, а? Так, в чем заключается смысл? Ложка или надо типа проходить? Смотрите, подожди. У нас здесь 30 уровней. Вот тут есть башка, и в принципе, если вы неверно зайдете, но знаете, что случится. Первый уровень, в принципе, уже все поняли, да. Давайте только будем проходить. Это мистик, да? Это мистик. Да. Да, давайте, первый. Подожди, Игорь, ты не беги вперед, давайте мы с вами посовещаемся. Да, посовещаемся. Я знаю просто, это хал. Я хэппи, хэппи эл, да ты куда ты пошел? Смотри, Игорь, иди обратно, стой. Хэппи... Я не хочу. Это... Да иди. Ну подойди сюда, Игорек, подойди сюда. Тут хэппи эл. Где? Ну это, в принципе, это, понимаете, хэппи эл, это отсылочка к кому? Хэппи лайму, правильно? О, это Сим. Это Сим. А я не знаю, честно, это, кто это. Это Сим из Редкрафтинга. Так, да, yeah. Так, это кто? Это я знаю, это Шурик. Это Шурик. Это Шурик. Шурик. Только давайте как-то помедленнее, а мы так всю карту пройдем за 2 минуты. Это Бадди, мне кажется. Да, да. Нифига себе, мы... О, вот это я не знаю. Вообще. Ну, ДНТДМ точно нет, это мы уже 100% знаем. А это не русский, да, то есть получается? Нет, то есть... Нет, а это русский, тут все русские. Только Дэн исключается 100%, да? Дэн это не русский. Ну так поэтому он не исключается, это не может быть Дэн. А, понял. Стоп, ну, с усами, мне кажется, это либо Бартоломео, либо Бриксон. Ну, раз с усами, это Бартоломео. Ну подходит, вот Бартоломео подходит. Так, ложка. Ошибки всем засчитывает, да? Да. Тут у нас Халд, быстренько, это у нас Сим. Вы говорите, мы быстро будем карту проходить. Шурик. Сейчас начинает. Бадди, и это тогда Бриксон. Я не знаю, кто это, кто-то знает? Нет, я вообще без понятия. Так, вообще не знаю, кто это такой, ребята, если вы знаете, напишите об этом. Так, это кто? Это мисс, это Зелик, скорее всего. Зелик, точняк. Я не знаю, кто это, ну, да ладно. Я так очень... Это Крипер. Рамон, только вот МДЖ, да, вроде МДЖ Рамон. Нет, МС Рамон. А это кто, это из Редкрафтинга тоже? Нет, ну, в смысле, да, он из Редкрафтинга, но он как бы не в основной команде. А кто, никуда не туда пошел? Я постоянно извините. Убил нас, извините. Переходить, жесть. Мистик, Халд, Сим, ну, поэтому не нужно допускать ошибки. Сим, это у нас Бадди, это у нас Бриксон, это у нас... Это у нас... Вот тут. Кто это у нас? Это Зелик, да? Интересно, вы тут есть? Так, кто? Это Зелик был, да, это Зелик. Это Сирамон, да. Да, Сирамон, хорошо. Это не знаю. Это кто вообще такой? Трагер Артел. Какой Трагер вообще? Ну, МГ Рамон не может. Кстати, это мой земляк. Только я не знаю, как он выглядит. Подожди, я точно не Артел, точно не Рамон, значит, это по-любому Трагер. Да и не Трагер. Так, в смысле? А здесь два Рамона каких-то или что? Походу, я честно вообще не отстрелю. Вот сейчас смотри, поначалу было вообще легко, да? А вот сейчас уже да. А где мы, я не понял? Может будет. Мне кажется, то не я. Так, ну значит кто? Значит Артел, да? Артел у него... Нет, у него... Это синий крипер Артел. По идее. Да. Ну это... А кто это, ребят, кто это? Ой, не знаю. Игорь. Так, это кто? Подожди, тут давайте подумаем. Это я не знаю, честно. Божечки, да кто это такой? Какие-то ноунеймы подобавили, а нас нет. Я не знаю, ни Денриуса, ни Фу... Что это вообще? Это Фьюж, Это, мне кажется, это Спиди. Попробуй. Твою мать! Алло, это Фьюжн, нет? Я не знаю, честно. Смотри, что ты слышал такого? Так, я чуть не ошибся. Я рекламу заказывал. Давай. Я не знаю. Я говорю, мне засунули тех, кто у меня даже рекламу заказывал. Да? А нас нет! Да это Fusion же, он мне рекламу заказывал, да. Ё-моё, я не знаю, они проплатили разработчикам карты, а мы как бы походу где-то в сторонке. МГ Рамон, да, это МГ Рамон, это вот так. Это кто? Фьюз? Так. Да, нет, я боюсь. Давай, ну, давайте. Да. Так, Fusion, это кто? Это не Дилерон 100%. Это Денвер. Ну давайте. Это вообще Денвер. Так, это...
Это... я вроде знал, но точно не эффект. Точно не эффект, это да. Диджей Плов, мастер ринга. Ну, Диджей Плов, я, наверное, наркоман только назовет свой канал Диджей Плов. Посмотрите на него, по-моему, это есть Диджей Плов. Это, походу, полудемастер какой-то. Ладно, давайте мастер рингу. Твою мать! Есть у типа канал Диджей Плоу. А почему Диджей? Я что не понимаю. Походу неправильно твой канал назвал, пацаны. Надо было называться каким-нибудь Диджей Пловом, и было бы. Меня бы добавили в эту карту, я бы, не знаю. Трагер. Так, это MJ Ramon, да. The Master, это Fuse. Это кто у нас был? Это был Денвер. Это Денвер, это Диджей Плов. Йоу! Это кто? Так. Это просто Стив! Это Неркин, ё-моё. Да? Да. Да. А это... Да. А ну, что тут было написано? Elite Club Session. Так, может вы тут будете, не знаю. Это прикольно. Так, это Неку, да. Это лагерь. Мисик уже был, поэтому это лагерь, да? Это лагерь, это... Хрен его знает, кто. Ну типа да, это вот это. О, угадали, нифига себе. О, это мой подписчик, это гробница Ра. Да, это я знаю. Это кто? Это не Маузер случайно? Пиди. Айтипедия это вообще канал не по Майнкрафту же. Это либо Маузер, либо Айтер. Мне кажется, это Маузер. Я не хочу умирать. Я тут. Давайте спаунпоинт поставим, чтобы не бегать отзади. Да, давайте спаунпоинт. То мы так будем. Подождите, спаунпоинт тоже поставлю спаун. Мне кажется, это Айтер. А я. Да, угадал. Угадал. Круто. Это мой. Это мэп. Да, это тоже знаю. Это кто? Это Анфайни. Ладно, это... Рамбо. Даже Арамбо здесь есть, и меня нет, понимаете? Это кто? Это друг Шурика, я с ним тоже так... Да? Артел уже был, Сим уже был, поэтому Сфас. Да, а это... Это Ял. Это Ял. Это Ял. Всё? Жека, а нас с тобой не было, вот это я не понимаю, это, конечно, проплачено, по-моему, было, да? Вот это, ребят, всё проплачено. Если, короче, ребята, вы хотите, чтобы нас несли в эту карту, достучитесь этого разработчика... И скажите, знаете? Быстренько, Happy Lime, Shadow Press, так и быстренько добавить в первый ряд. А я был! А блин, ты вообще, я сейчас не понимаю, давайте снимать эту карту. Вот понятно, он знал, что он... Я не знал, я ее только нашел. Не верьте ему, он специально нас позвал снимать эту карту, потому что он хотел увидеть себя. Все, так я проплатил. Да, еще скажи, что я проплатил. А вы вам еще дороги заплатили, прикиньте, типа, давайте я заплачусь, но снимите карту. Happy Lime, это, походу, все-таки это разработчик этой карты был. Это, да, это разработчик. Блин. С разработчиком этой карты для того, чтобы нас добавили, Эдисона вычеркнули. Нет, добавили еще раз. И всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать большое количество лайков, да? Да, если вы хотите больше серий с нами. И, как обычно, не забываем подписываться на наши каналы, ссылочки на всех будут в описании. И, ребята, не забывайте комментировать видео, если вы хотите больше совместных роликов втроём, чтобы мы снимали. Да, йоу. Ага. И, ребята, всем удачи, всем пока. Пока-пока.